have ways of blowing things up. Залезть. Последняя печать сломана. Пора возвращаться домой. Взять короля в желтом. Да. Ну нет данных, понятно, да. А я не вылечился, я красавчик. А у меня нет ничего. А, вот, кстати, сейв. Возвращаться нет смысла. Так а как же нет-то, если есть? 20 патронов для пистолета. Хилочки две штуки. А, я одну сразу схаваю. Потому что я не хочу в таком состоянии идти. А, записка тетушки. Арианна, в холодильнике остался вчерашний обед. Можешь разогреть, когда вернешься из школы. Пожалуйста, по пути домой забери книжки, которые дядя заказал в книжной лавке и Тоу. Не забудь оставить для них немного места в портфеле, чтобы они не промокли. Оставить для них немного места в портфеле. Сколько это немного? Это кажется очень важным. Мамино письмо. Моя дорогая Арианна, я так рада, что тебе уже лучше. Я очень разволновалась, когда твоя тетя сообщила мне, что ты опять в больнице. Я хорошо помню, как часто ты болела в детстве. Пожалуйста, не перенапрягайся, хорошо? Фотография, которую ты мне прислала, очень интересная. Какое совпадение? Она так похожа на тебя, вы словно близня... Так, стоп. Какое совпадение? Она так похожа на тебя, вы словно близняшки. Может быть, она наша дальняя родственница. Хотя среди наших родственников нет никого с фамилией Сео. Судя по всему, снимок был сделан на Винетте. Ты скоро отправишься служить в армию, тебе, скорее всего, придется надеть такую же униформу. Пожалуйста, пришли мне фото, когда это произойдет. Люблю, мама. Там книжка. Нет, там же книжка. Так. Пистолетный. Перезарядить. Плюс 10 патронов. А чё ты не вылечилась-то? Сколько у меня автохиллеров? 2. 30 патронов на ППшку. Так, ну винтовку надо брать. Патроны к винтовке надо брать. Я могу их взять не больше 6. ППшку надо брать. Я хочу полное здоровье. У меня его очень давно не было. Полного здоровья. Хочу ли я брать 10-миллиметровый пистолет? Потому что мне надо еще взять хилочек. У меня четкое чувство того, что там сейчас будет босс. Я поэтому... Может, вместо пистолета взять хаешечек? Они хорошо себя показали. Автохиллеры, я их поставлю на применение, но постараюсь применять вручную, скажем так. Так, вот это вот соединить с этим. У меня не осталось горелок, поэтому я возьму хаешки.
ППшка с полной обоймой у меня будет. Давайте в такой конфигурации мы сейчас сохранимся. Книга-то, кстати, которую я взял, ее нигде нет. С чем мы в руках пойдем? Ну давай с той же ППшкой. Это конец. А, ну спасибо. Я, в принципе, так и подозревал. Серия выйдет трындец какой длинный, но я не буду ее резать здесь. Уйти навсегда. Оставь место для книжек. Твою собака за ногу, как стрёмно. Так. Жалко, что у меня нет шокеров никаких. Фонарик. Я бы на самом деле сохранился еще на второй слот. Я не знаю просто, как это потом будет. Я не знаю, к чему готовиться, что мне с собой брать. И, ну, блин, методом научного тыка сейчас пойдем. Да. Поехали. Записка Адлера. Все попытки ограничить течение болезни казались тщетными. Все гештальт-работники погибли. А там, где они умерли, на стенах и полах остались лишь темные тени. Мы, кстати, видели такие, да, да. И вскоре все из нас реплики лишатся чувств и превратятся в извивающиеся комки плоти. Теперь я считаю, что это было не инфекционное заболевание, не яд и не радиация. Это была медленная деградация самой реальности. Поскольку мы переживали один и тот же цикл снова и снова. Некоторые детали каждый раз меняются. Что-то искажалось, добавлялось, удалялось. Когда же это все обратится просто шумом? Причем вполне возможно, что это даже не тот Адлер с той станции «Красный сон». Разбитый корабль, странные врата, дыра под ногами. Недосягаемый остров, память о прошлых жизнях, сны о страданиях и одиночестве, обещание, поиск того, кто потерялся. Я видела ее. Она ждала меня в красной пустоте. Мы дали обещание. Когда память незнакомки хлынула мне в голову, я ощутил, как мои границы размываются. Теперь я уже не знаю, где кончаются фальки и где начинается Эльстер. Понятно. Стоп. Ты должна повернуть назад. Для тебя здесь ничего нет. Ты столько раз пыталась и каждый раз терпела неудачу. Неужели ты не видишь, что все разрушается? Это последнее предупреждение, Адлер. А, я передумал. Я возьму вот эту штуку в руки. Воспоминания Фальки. Мы танцевали под ту песню, с которой началась трансляция. Мы заснули, когда смотрели кино, которое видели столько раз. Если бы я могла вернуть нас назад, в то время, когда мы были счастливы, эти воспоминания теперь мои. Фальки, привет. Зачем ты вернулась? Блин, спящая красавица. Ты что ли финальный босс? Здесь для тебя ничего нет. Она больше никогда не станцует с нами. Что бы мы ни делали, она больше не хочет даже видеть нас. Мы оба несовершенны. Давай же вновь станем целым. Thank you.
пожалуйста? Что ты там, пожалуйста? Брать предмет копье, да? Надо было раньше это нечем больше в нее стрелять. Использовать. А, вон хилки, вон патроны. Я ничего не подобрал. А мне больше нечем с ней сражаться. Так, использовать, перезарядить, использовать. Блин, по щиту попал. А сколько у меня этих... Зачем? Умри, было написано. Я не до конца понял механику этого босса. Пропущена сцена насилия. Я только понял, что я зря в нее потратил 8 патронов от ружья вначале. Нужно было просто подойти к ней и вытащить это. Но это уже другое дело. Фальки. Элстар 512. Мы теперь едины. Я ждал этого много времени. Эта штука, этот экран специально был оставлен чистым. Ну, без смысла. Еще раз. Не-не-не, погоди. Это опять ложная конфетка. Так.
Ты вернулась. Это тот, кстати, Адлер. Ты впрямь хочешь это пережить снова? Ты видела, что происходит? Это мир больше не может терпеть. Возможно, это наш последний шанс. А если ты отступишь, все развалится. Я не могу этого допустить. Ты эгоистичный монстр, Адлер говорит, или что? Это тот нож, который он у себя из глаза вытащил, если что. Сейчас еще и за пятку схватит. Ты же все уничтожишь. Да, это Адлер говорит там внизу вот это показание. Так. Опять нас, блин, покалечили. То руки отрывают, то глаза, то еще что-то. Опять возвращаемся к 512-му. Как в лжеконцовке. Звук открывания люка был. Ой, я могу ходить? Это еще геймплей? Penrose инструктаж, фаза вторая. Начало расшифрования расшифрованной передачи. Согласно нашим вычислениям, к тому моменту, когда вы получите это сообщение, ваша миссия будет длиться уже 1500 циклов. Поздравляю вас, товарищ, к этому времени вы уже должны полностью привыкнуть к новой жизни на борту своего корабля. Вы приближаетесь к облаку Оорта, и ваш поиск новых миров вот-вот начнется. С помощью дальнодействующих датчиков вы будете искать ценные ресурсы природные. Пригодные для заселения мира, а также признаки инопланетной жизни. Не забывайте, что ваша реплика всегда готова прийти к вам на помощь в вопросах технического обслуживания вашего судна. Мы все желаем вам успеха. Конец расшифрованной передачи. Карты у нас нету. У нас инвентаря нет, у нас ничего нету. Сюда нельзя. Отсюда мы пришли. Какие-то кучи мусора. Бумаги можно прочитать. Цикл 225. Когда я подписалась на эту миссию, я просто хотел изменить свою жизнь. Меня тошнило от Родфронта, школы и фотомагазина. Тошнило от фальшивой улыбки и шепота за спиной. Когда я увидел фотографию той девушки в военной форме, я захотел узнать, кто она. Была ли она счастлива, гордилась ли ей семья, любили ли ее товарищи. Могла ли я стать как она, раз уж мы так похожи, но в конечном итоге я просто хотела уйти. Мне всем было наплевать на то, что я делаю, так о чем переживать? Вот я наконец свободна. Я буду собой и буду делать, что хочу. Наконец-то я смогу стать счастливой. Внизу, получается, все затоплено. У нас есть только здесь. Бумаги. Penrose инструктаж, фаза 3. Начало расшифрованной передачи. Поздравляю вас, товарищ. Вы пережили 3000 циклов и добрались до последней фазы программы Penrose. Срок эксплуатационного срока службы. Это не тавтология, случайно. Ваши реплики подходят к концу, а значит, пора подготовиться к последней стадии вашей миссии. Если до настоящего момента вы не нашли подходящего для заселения мира, смиритесь с тем, что вы его так и не найдете. Пусть вас утешит мысль о том, что добиться успеха там, где потерпели неудачу вы, мог кто-то другой. Вероятно, вы знаете, что запасные части и продовольствие на вашем корабле скоро подойдут к концу. Системы жизнеобеспечения и щиты реактора скоро начнут отказывать, и системы охлаждения с большой вероятностью начнут
начнутся утечки радиации. Мы рекомендуем вам не пытаться продлить свои страдания повторным использованием старых фильтров или рационов. Вместо этого лучше примиритесь со своей судьбой. Мы советуем вам залечь в вечный сон в криогенную капсулу или попросить свою реплику, пока она еще функционирует, избавить вас от медленной и мучительной смерти. Помните, что вы погибнете, служа своей нации и принимая участие в славной демонстрации нашей мощи. Конец расшифрованной передачи. Цикл 648. Опять поговорила с модулем Эльстер. Она отличается от тех реплик, которые я встречала раньше, и ничуть не похожа на моих учителей нашего блока Стража. Я знаю, что у нее не было выбора, но мне кажется, она тоже здесь, потому что не смогла встроиться, как мы как будто вместе убегали от мира. Поначалу мне не нравилось, что рядом кто-то есть. Я была рада, что она не пытается со мной заговорить и вообще ведет себя тихо. Но потом я начала скучать по общению. Я так давно не видела других людей. Я никогда не думала, что мне будет их не хватать. Кроме нее здесь больше ничего не меняется. Никогда. Ничто никогда не изменится. Хорошо, я понял. Цикл 1294. Мне приснился странный сон. Мы с мамой слушали радио, как обычно, зачитывали числа. Мама записывала их, сверяясь с лежащей на коленях книгой. Как обычно, зачитывали числа. Мама записывала их. Понял. Хорошо. На обложке той книги была нарисована человеческая фигура в желтом балахоне. Я видела эту книгу раньше в книжных магазинах, там, где жили двойняшки. Когда я хотел ее купить, и ее не оказалось, Эрика сказала, что ее конфисковали протекторы. Мы нашли эту книгу, да. Или это сказала Иза, не помню уже. Цикл 1840, ничего не меняется. Я в этом корабле как в заточении. Я знаю каждый полк на каждой панели, в каждой каюте. Я видела все и сделала все, что можно сделать. Я ни на чем не могу сконцентрироваться. У меня голова как в тумане. И что бы я ни делал, я не могу сосредоточиться. Я хочу выйти наружу. Хочу вдохнуть свежего воздуха. Хочу ощутить, как ветер играет с моими волосами. Цикл 2503. Кажется, я потеряла еще больше волос. Я сижу здесь и старею. Каждый раз, когда я просыпаюсь, я становлюсь старше, слабее, больнее. В последнее время я быстро выдыхаюсь, а когда я сажусь, у меня болит спина. Сколько это будет продолжаться? Кажется, я просто медленно умираю. Утечки, кстати, да, про которые нас предупреждали. Цикл, скорее всего, 5000 какой-то, я так понимаю, да? Подождите. Если там сказано, что на 3000-м цикле у вас начнет заканчиваться еда и всякое. Хорошо. Я так всего устала. Каждый раз перед сном я думаю о том, смогу ли я проснуться снова. Я боюсь, что желаю ей спокойной ночи в последний раз. Я это сказала, да? С ней все будет хорошо. А что, если одна из нас завтра не проснется? Цикл 5400 какой-то. Я не хочу умирать. Ну и жить дальше тоже не хочу. Любые занятия меня утомляют. Я просто хочу прилечь и исчезнуть. Цикл хрен знает какой. Я просто хочу спать. Пожалуйста, дайте мне поспать. Пожалуйста, пусть это прекратится. Пожалуйста. Ну, я так понимаю, что люди, писавшие эту инструкцию, хоть это и было и жестоко, но они, в принципе, прекрасно понимали, что они пишут и через что может пройти человек. У нас есть относительный выбор. Я не смогла сдержать обещание. Несмотря на все усилия, я в итоге тоже заболела. Все должно было кончиться именно так. Хорошо, еще пищу для размышления нам кинули. Я вас понял. Ну, относительно, конечно. Время пришло. Это все, что осталось. Пойти домой? Да. Пойти домой. Она уснула, но... Вспомни наше обещание. Эльстер. Так, Арианна.
Я чуточку немножечко в именах подзапутался за это прохождение, сорян. Я не могу этого сделать. Ты должна. Пора покончить с этим. Пожалуйста. Прости меня. Обещание, которое она ей дала, что она ее убьет. Понял. Спасибо. Да не за что. Как раз сцена из заставки, да. Я думаю, что на этот раз это уже окончательно, да. Так, ребятушки, наверное, первое, что я хочу сказать, я не видел как-то смысла где-то останавливаться, и не было каких-то чекпоинтов. Я записал две серии подряд. Если прошлая серия просто где-то оборвалась, а это просто где-то началось, значит, я их просто разрезал. Да, потому что полтора часа геймплея, ну, не знаю. Вот, я, скорее всего, сделал из этого, сделал как к тому же у вас, как в будущем, в прошлом. Да, из этого две серии, поэтому, надеюсь, не обижайтесь, во-первых. Во-вторых, что я вообще про все это думаю? Ну, давайте так. Вот эти последние минут 15, они внесли дохренище смысла. И да, и нет. И я не хочу утверждать что-то. Давайте так, мои какие-то общие соображения. Значит, что они 5 с чем-то тысяч циклов, 5 тысяч с чем-то дней провели в изоляции, и по сути капсула была, ну, корабль был рассчитан на 3000, а провели они там 5500, 6000 чего-то. Она в конце концов сошла с ума и просто уже сама захотела умереть, потому что, ну, это была безвыходность. Меня немножечко интересует, как они прожили практически в дважды больше, чем на то было рассчитано. Потому что, ну и утечки из реактора, и, собственно, рационы, и воздух, и все-все-все. Тут очень много, наверное, таких вопросов, но, пожалуй, это можно списать на то, что каким-то образом, каким-то вот ухитрились они это сделать. Хорошо, во-первых. Во-вторых, а то, что было в первой части, это, скорее всего, вот эта вот шахта, рабочие, все дела. Я так полагаю, что это что-то реальное. Вторая часть с мясными комнатками, с вот этим всем подземельями, я думаю, что это уже некое такое воображение. Третья часть, это же, ну, это не на корабле находится, это находит, это, по сути, воспоминания. Хорошо, не воспоминания, но это то место, где выросла наша гештальт. Вот это, ну, про это она и писала, что она выросла на этой станции.
не станции, может, городочки или что-то такое. Она очень хотела оттуда ехать, собственно, поэтому она и пошла в армию, поэтому она и записалась на этот корабль, чтобы просто свалить из того места, где она жила, потому что ей стало, было невыносимо скучно. Вот. Возможно, у меня просто в голове пока что такая сеть, что девушка красивая в форме, которую она видела, это была изначально гештальт наш, ну, с кого было списано Элстар. А увидев на корабле Элстар, она к ней начала относиться по-другому, возможно, из-за этого. Или же девушку в форме, которую она видела... У меня до хрена вопросов, я сейчас пытаюсь это в голове как-то связать. Связываются 2-3 картинки, потом возникает четвертая, и все это разваливается на куски. Было бы очень интересно, если бы вы написали в комментах, каким выводом вы пришли вкратце, ну, плюс-минус. Но для себя я это вот как три части разложил примерно на три такие вещи, что типа первая часть это была реальность, вторая часть это было уже некое помутнение, и третья часть это были исключительно путешествия по воспоминаниям нашего гештальта. Вот. Я не знаю, как относиться к геймплейным моментам, потому что нам приходилось стрелять и... Очень много вопросов. На удивление, я относительно хорошо понимаю наш финальный бой с Фальки, как я там оказался, и что это она как раз вписывается в мою теорию, то, что все это время мы находились на вот этой подземной шахте, как мы вещи из воспоминаний перетаскивали. Мне очень понравилось то, что сказал Адлер, что вселенная схлопывается, и каждый раз границы смываются, смываются, смываются. Смертей 4. Печальком, да. Обманов смерти 5. Концовка обещаний. Там какой-то код мне, кстати, в конце написали. Среднее время между сохранениями 14 минут. Загрузок сохранения 55, загрузок 24, кстати, неплохо. То есть я где-то сохранялся и никогда не пользовался этим сохранением. Практически 12 часов мы отыграли. А, не, вон, 12 часов 48, суммарно активное время в игре, 12 часов, то есть где-то 48 минут. Я где-то пока с вами разговаривал, провтыкал, полученного урона до хренища. То есть, на самом деле, я получил 2090 урона, и на 2022 урона я вылечился. Нормально. Убитых врагов выстрелов 380, убитых врагов 159. Офигенная статистика. Мне нравится, как они тут все расписывают. Опять же, по-моему, это все очень напоминает Resident. Ладно, хорош, потому что размышлять про сюжет можно тут, по-моему, бесконечно. Это одна из таких самых мудрёных игр, которые я играл за последнее время. Мне она очень сильно понравилась. Давайте так, про саму игру, про геймплей и про все то, что здесь происходило. Игрушка, на мой взгляд, абсолютнейше шикарная. Я очень рад, что я ее нашел. Абсолютно случайно. То есть только подумай, что какие-то такие вещи проходят мимо нас, и мы их пропускаем. Ведь есть еще классные игры, которые проходят, потому что они относительно инди, мы про них не узнаем. Игрушка абсолютнейше шикарная. Очень сильно наталкивает на размышления. Во-первых, во-вторых, геймплейно она очень сбалансирована. Мне прям понравилось. Она постоянно держит тебя на волоске. Вот у тебя закончились патроны. Ладно, на тебе еще одну обойму. Вот ты их отстреляешь. А вот от этого чувака придется бежать. Аптечек под конец не осталось. Патронов под конец не осталось. Но мы при этом выиграли. То есть все рассчитано в ноль. На вот этой вот сложности, на которой я играл, на средней. Естественно, на тяжелый перепроходить это нужно уже очень-очень хорошо знать игру, как обмансить, в кого стрелять, поэтому на легкой играть в это будет неинтересно. Вот средняя сложность прям идеал. Загадки в меру сложные, приходится поломать голову, но они приятные, потому что ты получаешь удовлетворение от их решения. Единственное, что вот загадка с водяной помпой, она стоит особняком, она какая-то тупая и безмозглая. Все остальные загадки мне понравились. То есть геймплейно придраться абсолютнейше не к чему.
Мне она очень сильно зашла. Тут приятный микс и файтинга, и загадок, и эксплоринга. Исследовать локации очень приятно. Прям делюкс. Потому что есть карта. Даже когда карты нет, все равно они все расположены относительно логично. Ты можешь найти проходы, выходы. Очень хороший геймдизайн с точки зрения локаций, карт. Они все закруглены с шорткатами. Все сделано просто максимально шикарно. Тут тоже мое почтение, ребят. Короче, игрушку я не то что могу советовать, я ее прям горячо советую и рекомендую. Обязательно возьмите и пройдите ее для себя. Даже несмотря на то, что вы посмотрели сейчас здесь это прохождение, вам нужно ощутить эту атмосферу. Этот геймплей, оно прям играется просто идеальнейше. Я очень доволен этой игрой, я прям в восторге. Учитывая, что на данный момент прошло уже полгода с начала года, я не уверен, что я играл во что-то лучше в этом году. Именно вот так комбинировано сюжетно, геймплейно и все. Это относительно и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что наконец-то я дошел до этой жемчужины. Плохо, потому что... А где другие интересные игры тогда? Короче, ладно, да, ребятушки, будем заканчивать этот шедевр. Я, может быть, когда-то его еще и перепройду. Но я пока должен... Ну, то есть, знаете, это тот самый момент, когда у тебя остаются эмоции после вкуса. Ты сидишь потом и такой, да. Вот, короче, вот так вот. Ладно, думаю, на этом тогда будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.